Добрый день. Пара ножиков от фирмы Кондор пришли они вчера. В общем, в принципе, думаю, достаточно интересно будет на них посмотреть. Нож номер один – это так называемый Кондор Несмук. То есть вот такой вот у него замечательная, примечательная форма клинка. Сталь, как всегда у Кондора, 1075, высокоуглеродистая, рукоятка орех, вот. Очень удобно лежит в руке, здесь написано Кондор, с другой стороны написано Эль Сальвадор, вот. Идет в комплекте с такими вот ножнами, кожаными, толстыми, никуда он не девается, плотно сидит вниз, петля для ношения на ремне. Вот. Здесь лого Кондора выдавлено, вытеснено на коже. Вот, вот такой вот Кондор Несмук. И второй нож называется Кондор Бушлор Basic. Вот такой вот он. Форма у него клинка вот такая вот. То же самое, 1075, сталь высокоуглеродистая, ореховая рукоятка, скандинавская заточка, забыл сказать, и здесь скандинавский тип заточки. Вот. Этот чисто, если этот можно причислить, так скажем, к скиннерам, то этот такой больше бушлор, то есть такие всякие вот ловушечки там делать. Еще что-нибудь в этом роде. Вот. Ну и вот как они выглядят вместе друг с другом. И по сравнению, например, с ножом Кондор Бушлор. И Кондор Сапиен. Ну, тут Сапиен очень изящный, элегантный. Узкое лезвие. Тут он полная противоположность. Тонкий и толстый называется. Вот. Вот и Bushcraft Basic. Это вот у серии Bushcraft Basic есть ножи с различной длиной клинка, там три варианта есть. Есть вот этот вот средний вариант 4 дюйма, то есть 10 сантиметров. Есть вариант, по-моему, 2,5 дюйма, вот такой вот где-то он. Вот. И есть 5-дюймовый, вот, подлиннее. Ну, вот этот вот средний, 4-дюймовый вариант. Вот. Как бы, вот, красавцы от Кондора. Прошу любить и жаловать. Спасибо за внимание. До свидания.